Привет, Good Game. Продолжается серия интервью с Road to Moscow. С нами Пугуар. Коу, привет. Привет всем. Да, это Коу. Выбрался наружу. Да, давно тебя не было. Как давно ты пропал и с чем это было связано? Ну, как сказать, пропал. Я никуда не пропадал. Меня по чатикам все равно можно найти. Я захожу там на стримы или куда еще. Но да, я сейчас не тренируюсь. Играл только на клановарах за команду 3D, в которую, собственно, и вступил где-то тоже в районе октября-ноября. Но перестал я тренироваться где-то в декабре, потому что на работе не потренишься, а в свободное от работы время я решил заняться чем-то другим. Вот так. Почему тебя из команд не выгнали? Ты перестал тренироваться? Потому что и на кланварах я все равно сказал, что буду играть, во-первых. Во-вторых, меня принимали в команду уже когда я работал, и я предупредил, что играть буду по остаточному принципу, сколько смогу, и все равно показывал достаточные результаты, поэтому меня никто не выгнал. И как видишь, я до сих пор играю и даже на турниры выбираюсь. И какие у тебя успехи? Кого ты сейчас по сетке прошел? Ну, на данный момент по сетке у меня сильных оппонентов не было, ребята пришли поиграть, но вот только Арктур вот был в третьем раунде, это уже серьезно, дальше будет все еще серьезнее, поскольку ПВП тяжелее будет, но, правда, и Арктур был достаточно сильным, но мне повезло, а, с подготовкой, б, ну, когда не тренируешься, ты свободен от предрассудков и можешь играть любую хрень. Что ты играл, в Дарке опять? Нет, в первой игре я делал передроп с сентрями, с прокси, Твайлайта, Роботикса, Гейта, Форжи. Там адепты еще заварпывались. И, ну, просто хорошо зашло. Во второй игре я совсем в хлам проиграл. В третьей игре мне Килоус и Култи подсказали, какой билд играть против прокси-барака от Арктура. Я его сыграл, успешно выиграл. Скажи, почему ты перестал стримить? Понятно, что ты не играешь, не тренируешься, но какие-то фановые трансляции, почему нет? Ну, если не играть, то трансляции воспринимаются вообще как просто потеря времени, извините, но вот просто вот так. Ну, что еще? Вот просто, если я вижу у себя два выходных, суббота и воскресенье, у меня нормальная работа, там 5 по 8, ну, мне не хочется там 3 часа свои пускать на стрим. Вечером много кто еще стримит, а с утра, когда у меня самое время, мое активное, ну просто не хочется. А что ты делаешь, чем ты занимаешься сейчас? Сейчас я занимаюсь переводами ранопцев с японского языка. Вот так. Расскажи, что это такое? Многие не знают, наверное. Ну, для аниме-культуры это вполне понятно. А ранобы — это сокращение от light novel, небольшие новелки. Пусть бульварная литература, там, фэнтезийная, не фэнтезийная. Вот такая вот книжечка. Ну, все равно, если весело, почему нет? Я в электричках читал, теперь сам перевожу. На данный момент моих релизов еще не вышло. Они в процессе редактуры. То есть ты сам переводишь с японского, да, не с английского? Да, нет, один я том перевел с английского, один вот сейчас перевел с японского, но там еще редактор не нашелся. Ну, когда-нибудь будет и с японского. Не, ну с японского я уже том перевел, да. Как это могло заменить для тебя StarCraft? То есть портусы без тебя, мне кажется, скучают. Что такое? Да, протосы скучают, но протосам на работу не добраться. А японский может добраться. Он варпится в Firefox, и все спокойно переводится. А протосы, увы, так не могут. Они варпаются только домой. Поэтому, ну нет, почему? На LAN заварпались. Пожалуйста, вот они, протосы. Как тебе, кстати, LAN? С кем здесь пообщался? Мне тяжелы все эти массовые мероприятия, поэтому я, собственно, особо и не выбираюсь на них. Предыдущим был, собственно, DreamHack Москва. Еще до него был Оджик в Петербурге, но это тоже 2014, по-моему. Да, в 2014, просто раньше. Как минимум, я пообщался с теми ребятами, с которыми я постоянно общаюсь в конференции, типа Creed, Culti, Skillows. Во-вторых, команда 3D, которая меня поддерживает морально и футболочкой. Перед этим турниром готовился? Нет, к турниру я не готовился. Я за последний месяц сыграл, ну, не счит,
не считая кланваров, я сыграл на ладдере 0 игр. Нет, и позавчера я сыграл 7 игр, но не с целью подготовки турнира, а с немножко другой целью. Ну, в принципе, какая разница, могу сказать, все равно. Ну, будет аматорка от Алекса 007, чтобы не играть через ML-дивизион. Ну, благо есть время сыграть, могу сыграть. Так вот, чтобы не играть в ML-дивизионе, я собираюсь пройти в GML-дивизион, а для этого надо набить GML, это 30 игр. Поэтому я сыграл 7 игр. Набью потом 30. Вот и все. Ты сделаешь это на стриме? Нет. Почему нет-то? Потому что играю, когда хочу. Там две игры, чтобы на стриме. Да ну его все это компоновать, мне хуже будет. К тому же я сейчас играю очень-очень плохо. Мне приходится играть чиз за чизом. Ты Сакрафт забросил навсегда или есть какой-то шанс? Нет, шансы на мое возвращение серьезное, скорее всего, он минимален. Во-первых, потому что я не собираюсь бросать работу, а протосы по-прежнему туда не варпятся. Во-вторых, просто время после работы у меня, конечно, достаточно, чтобы тренироваться, но просто лень, когда понимаешь, что этого времени все равно меньше, чем тренируются прогеймеры, а я даже когда тренировался целыми днями, все равно не мог сравниться с теми же там Сиралами, Харстомами, Шоутаймами. Ну вот, мне хватает того, что в нынешней форме почти не тренируюсь, я могу играть на плюс-минус там 70-80% от того, что я мог играть тогда, и развлекаться в Старкрафте, когда я могу развлекаться в Старкрафте, вот и все. Кому ты в чатике заходишь? Стрэндж, Култи, Крит. Киллоусу не захожу обычно. Он сам знает, когда к нему можно зайти. Так вот, иногда на стримах, соответственно, когда там есть трансляции корейских турниров, захожу к Помидору. Иногда на официальные, иногда трансляции не иду. Иногда иду на официальные. Но это по-разному бывает. Как-то так. Понятно. Спасибо тебе за интервью, за то, что выбрался на турнир. Мы тебя здесь успели поймать. Какие-то приветы, благодарности? Всем спасибо, что посмотрели на мои выступления, которые еще будут, к тому же турнир еще не закончен, дорогие друзья. Вот и все. Всем удачи.